В ходе республиканского субботника сотрудники Рыбницкого отдела внутренних дел наткнулись на необычную находку. Среди бытового мусора у реки один из сотрудников обнаружил противотанковую мину. В ходе уборки территории вдоль берега Днестра была обнаружена противотанковая мина в ржавом состоянии. Похоже, что лежит давно. Да, признать, учебная она или нет, это только должны, будем говорить, специалисты. Вызвали опергруппу. На место сразу прибыли сотрудники инженерной службы и саперы. После тщательного осмотра специалисты определили, это учебная противотанковая мина М-26. Из себя никакой военной опасности она не представляется, потому что является учебной. Она обнаружена без взрывателя, ржавый корпус, взрывоопасности никакой не представляет. В дальнейшем мы выписываем накладную и для дальнейшего ее утилизации мы отправляем на Рыбницкий военно-промышленный комбинат. В 2015 году в городе и районе это уже пятый случай обнаружения военных боеприпасов. Специалисты призывают с осторожностью относиться к подобного рода находкам. Арсений Декусар, Татьяна Семенюк, Алексей Минченко. Первый Приднестровский телеканал.